Там пляж настоящий, да, пляж. Да. А это озеро такое, да? Нет, это морской пролив. А, вот. Ну, вода и... тут, я думаю, что... Не, а тут мелко, видишь, она прогреется потом. Вот сейчас машина проехала, грузовик, это чистили они прибрежную зону. Вот песок привезли еще, будут разбрасывать. А вот это вот душевая кабина. Не кабина, а вот душ, в принципе. Где? А вот, прямо. Ага. Слушай, он зашел, стоит в воде. То есть это морской пролив, да? Угу. Ну, паром-то здесь не плавают, я думаю. Не. Ну, какие-нибудь так лодочки такие какие-нибудь. Да, да. То есть это бухта такая в Балтику уходит. Угу. Май месяц в Швеции. Вода плюс 11. Ты взял вода плюс 11? А, я так думаю, судя по температуре. Ну, плюс 11. Ну, 12. Ну, здесь вот, конечно, в джинсах тут в этих пригревает тепло. Ага, уже можно. Жарко, да. Уже в шортах можно ходить. Не, ну погода. Включил? Покупайся, да. Вот на эту, ага. Нажимай. Нажимай видео. А вода холодная или теплая? Знаешь? Холодная? Да. Ага. Так что клещи только на траве. Главное в траву не заходить. Я вот почему-то до сих пор у меня такое впечатление сложилось, что они могут быть наверху здесь. Не. Не могут, не. Это я уже часа. Не боюсь. Мне вот кажется, если наверху. Вот в пещерах они могут жить. Вон там в пещерах они могут жить, да. Человек по 50. 150. Сейчас рыбаков все с ними, вот этих. А, подснежники? Да. Вот, листья. Да, подснежники. Вот. Слушай, это подснежники. Да, отсвели уже, да? Ну, они нам еще что-то непонятно, как ты видишь. Такое ощущение, как будто они еще не распустили. А, да, 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 еще бутоны закрыты. Ну вот так, километр 3 пройти, придем в Хессельби. Да. Или 2 километра. Ну, потому что мы однажды с Ирен тоже вот так по побережье гуляли. Говоришь, их наверху нету, они не живут. Не. По земле не ползают, наверху не живут, только в траве и в кустах. Вон какое дерево грохнулось. Угу. Ой, я сейчас попробую туда пойти. Давай. Yeah.
давай, иди, я тебя засниму, как ты будешь падать в воду. Чего? Иди, я буду снимать, как ты будешь падать в воду. Ага, здравствуй. Ну, ради искусства... Я плавать не умею. А, не важно, я тебя вытащу. Ух ты, как хорошо идешь. Я бы так не смог. Не страшно? Смотри, чтобы крокодил не выскочил из воды. Да. Это же с морем соединяется, а это море соединяется потом со Средиземным. Юрий, я не могу назад. Развернуться? А ты на четвереньки встань. Да-да-да, на четвереньки развернешься, то что я говорю. Во! Во! Нормально, я тебя снимаю, давай-давай. Покажи класс гимнастический. А представляешь, гимнастки как на бревне прыгают, сальто делают. Во! Ну, практически гимнастический номер получился. Вот. Перестаешь, руки пошире делаешь и балансируешь. А ноги в раскорячку, вот так вот, как солдаты ходят, так устойчивый будет. Ступни разверни на 45 градусов. Да, вот я нашла. Я тебя снимаю, ничем помочь не могу. Да, а? Во, хорошо. Ты же сюда шла нормально совершенно. Да. Ну, и все. Ноги, может, это самое. Я боюсь. Да? Мне пойти, что ли? Нет, подожди. Вместе упадем тогда. Я сегодня пьяный за рулем. Я сегодня за рулем пьяный. Я упаду точно, равновесие потеряю. О, 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 ой, как ты красиво идешь. Слушай, я так не смогу. О, поздравляю.